Смотря в какую смену хочешь работать, если с утра, то это открытие магазина. То есть ты полностью протираешь все витрины, готовишь магазин к открытию, готовишь терминалы, компьютеры. Мы всегда готовы прийти на помощь, строить разговор с человеком, чтобы понять, чего он хочет, и продать ему то, что ему нужно, а не то, что нужно тебе. Большинство людей, которые к нам приходят, они даже не знают максимальной возможности своего смартфона, используют их не более чем на 10%. Цель стоит не просто подобрать любое первое попавшееся устройство, а выбрать именно, уже исходя из желаний и потребностей клиента, именно то, что ему все-таки больше подойдет. И в случае, если клиенту даже просто не понравился телефон, даже, предположим, по цвету, он может прийти и посмотреть себе новый, либо даже просто вернуть деньги. Будни все на работе, выходные, дома, но иногда тоже приходится работать в связи с профилем деятельности. Да? Самое главное и приятное то, что благодаря этой компании я обрел семью. Вопрос задают нам обоим или только мне тебе? Мне тоже пока. Ладно, тогда дальше молча. У меня принципы самые простые. У меня на первом месте стоит семья. Там у меня 3 дочери, внуки, внучка. Ну, дисциплина, она имеет место быть. Ну, как бы да, здесь начальство, оно все военное, все в запасе. Если брать конкретно меня, я тоже послужил 23 года. Мы учим наших экспертов общаться с клиентом просто о сложном. Ну и, конечно, отлично разбираться в технике, которую они продают. На первой неделе обучения к нам также приезжают наши партнеры из разных компаний по смартфонам, планшетам, программное обеспечение, которые рассказывают про фишки и основные моменты тех продуктов, которые продавцы будут продавать. Все гаджеты у нас проходят строгое тестирование. Проверяем пользовательских характеристик, выявляем фишки, и результаты всех исследований можно посмотреть у нас на сайте, в социальных сетях и в видео на YouTube. Я не побоюсь этих слов, но мы не просто продаем технику, мы просвещаем людей. Чувствуете разницу? Вот лично я в своей, могу сказать, работе всегда своим клиентам дарю только позитив. По крайней мере, стараюсь передать частичку вот этого добра как можно больше. Еженедельно мы получаем 100 положительных отзывов. И я считаю, что это самая лучшая награда. Это, грубо говоря, наш труд, и это наша работа. Это наша обратная связь. Мы, команда «Ноу-хау», гарантируем, что будем делать все, чтобы превзойти все ваши даже самые смелые ожидания. Так было, так есть и так будет.